Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Это у нас GMT. Мы сегодня находимся на первом проезде и пойдем прогуляемся, посмотрим, что там есть интересного. На календаре сегодня 23.03.2022 год. Температура воздуха в Витязево была плюс 16, на GMT приехал плюс 12. То есть температура, в принципе, хорошая, но погода при этом так себе. Слышим, как играет музыка из машин. Кстати, проходим, сзади меня работает кафешечка, которая готова вас принять и накормить. Для GMT в этом году это прям такой вау момент, потому что обычно здесь все было закрыто, ничего не работало. С той стороны работает Тандерхаус и, конечно же, аптеки. Сдавалось в аренду, я видел, что здесь пещера, и сейчас уже там полностью идет перестроение, переработка. Даже привезли туфельку, в нее разгружают мусор, то есть полностью будет меняться по ходу внешний вид и облик GMT. Работает у нас магазин Пятерочка, Фанагория, туда дальше Магнит. Что-то в GMT горит. Видите, стоит такая дымка, как будто от пожара. Но откуда горит, я пока не вижу. Выйдем на море, думаю, что там будет явно видно. Потому что, видите, мы уезжали, вот такой вот дымки не было. Это позор города-курорта Анапа. Самый лучший сквер GMT. Ни одного деревья, только амброзия выращивается здесь уже. Ух, ветерок довольно-таки сильно поддувает. Я думал, что он уже все закончился, но нет. Еще... Прям видите, если сейчас где-то пожар, то это прям жесть может быть. Интересно, какая скорость у этого машина была. Видите, потому что машинки останавливаются, и мы начинаем движение. Сегодня мы смотрим, как я уже сказал ранее, на первый проезд. Спит и ждет, когда придет сезон, чтобы начать свой аттракцион «Виды моей щедрости». В этом году, наверное, все подешевеет. Вы только приезжайте, все будет практически бесплатно. Все только для вас. Вы увидите, как любят русских туристов. Там внутренний туризм в этом году будет увеличиваться. Вот я прям жду этого момента, когда все запустится, и первые отзывы от наших отдыхающих мы с вами получим. А так пока все закрыто. Вон там какой-то ремонт делают, и все. Все очень сильно ждут вашего приезда, хотят, чтобы как можно больше туристов было в этом году. И уже сейчас можете увидеть, как ребята впереди уже ремонтируют плитку, делают даже пандусы, чтобы все было красиво к вашему приезду в город-курорт Анапа. И мы вас, поверьте, очень сильно ждем, в том числе и на GMT. Полностью, видите, переделали тротуарную плиточку, сейчас засыпают щели песочком и выглядит довольно-таки симпатично. А здесь мы дошли до улицы Песчаной. Пересечение с первым проездом. Каких-то сверхизменений здесь нету. Асфальт только новый. Если вы ранее видео не смотрели, когда его здесь укладывали, я рассказывал. Линию систему, к сожалению, так и не сделали. После всех потоплений меня спрашивают все вот эти вопросы. Юрий, ну что же ваша администрация сделала после потопления? Что мне сказать? Ну, асфальт поменяли. Ну, собственно, это все. Больше ничего, к сожалению, не делали. Сейчас вот все закрыто. Грустненько, печальненько. И ждет все уже сезона, когда он начнется, чтобы открываться и денег зарабатываться. Вот эти ребята. Ребята, мы сейчас смотрим базу отдыха здоровья на первом проезде. И здесь прям полное перестроение идет базы. То есть 150 кубов земли завезли, чтобы поднять территорию, потому что находилась ниже, и вся вода в прошлый потоп уходила сюда. То есть люди хотят избавиться от этой воды, и поэтому поднимают территорию. Вот да, сейчас вода покуда стояла. Это что, да. Вот пришлось нам плитку полностью все убрать. Видишь, делаем по-новому. Сейчас натяжные потолки, маляры. И фасад начнем. И двери полностью все подвыкли. Мы все купили новые двери. Километр день, но мы успели еще до Нового года их купить. Ну, теперь ты еще рад становишься, да? Вот, мы взяли двери за 11 с копейками на сегодняшний день, а они, мы их заказали, но они нам не привезли. Они нам уже привозят, так делают. А мы им, короче, 30% заплатили и ждем. Они говорят, если вы сейчас 70 нам не оплатите, мы вам двери за 11 уже не отдадим, за 17.
Представим уже, как начали крутиться. Офигеть. А сколько глубина вообще? 1,4. То есть 1,4 комфортно, да, чтобы не утонуть и всех. Он так вот выглядит сейчас территория. Прикиньте, то есть полностью все первые этажи, можно сказать, что уничтожены. Вся техника, вся мебель. Это вот последствия потопа. Успеете? Конечно, у нас 20 работников. Вариант. Вот даже шеф базы отдыха здоровья на лестнице вон стоит. Работает. Отлично. Еще вопрос. Вот по ценам, вот как изменения у вас? Пока мы стоим. Мы в том году, 21 год, на июль-август, мы цены же подняли. Потом после потопа мы их опустили. Опустили, и мы их с сегодняшнего дня не трогали. Мы должны были 1 марта цены поднять, но мы не стали их поднимать. То есть сейчас ценник... Ценник пока такой, да. Столовая, которая была у вас по фасаду, да, теперь полностью... По фасаду, если я покажу, какие планы, я думаю, такого не будет на победе. Это хорошо. У нас. Все подводится под плиточку. Подожди, у вас тут тоже все прям переделывается. Ну, смотри. Только в прошлом году вы новое открыли. Вот это была кухня. Ага. Но я не мог добиться, понимаешь? Вот каркас, стены я делал гипсокартон. Не мог добиться чистоты, понимаешь? Меня это так уничтожало. Ну что, поэтому там переделывалось. Я убрал 3 номера, ты видел, я все в плитку вывел, чтобы, не дай бог, где-то какая-то грязь была. Но теперь ситуация, вот эти 2 колонны убираются, плитка доходит. Вот здесь я оставлю под узбекскую кухню, то есть прям вот... Казаны будут, понял. Они будут перед людьми готовить. То есть вот отсюда до отсюда это будет узбекская кухня, а вот этот кусок будет пекарня. Вот ты в Пятерочке на Краснодарской был, то есть человек подошел, он прям берет, взял себе булочку. Готовую. Любую, да, и все. То есть вот так же хочу здесь стойку, здесь пекарей поставить. И они будут прям под открытым... Не, на самом деле, я больше всего чем удивлен, то, что у тебя уже была готова новая кухня, и ты, бац, еще расширение больше. Круто. Это мы сейчас посмотрели с вами вот базу с левой стороны. За этим заборчиком здесь столовая была, делал обзор на эту столовую. И дошли до улицы Виноградная. Он говорит, что и брусчаточку так выровняют, сделают одинаково, чтобы все здесь красиво. В общем, в дальнейшем, я думаю, что Джимат это тоже будет все прям очень хорошо. Но мы двигаемся дальше и видим, что здесь пока как минимум хорошо, что все сухо. Чтобы вы понимали, уровень воды, вот то, о чем мы говорили, вот выше вот этой линии был. Особенно в первые дни, когда здесь все это только начиналось, жесть полная была. Это у нас Фея 1 с правой стороны. И мы доходим до юбилейного тупика. Конечно, сегодня совершенно не радует ветер. Такая погода уже абсолютно надоела. Но, как говорится, приходится привыкать к тому, что есть. Даже до сюда, видите, что доносит песок с наших дюн. Многие не понимают, что это наше золото, ребят. И его надо просто беречь. Его с каждым годом все меньше и меньше. И кажется, что его вроде много. Но потом будем локти кусать, когда его совсем не останется. Вот это юбилейный тупик. Здесь тоже на столовую в прошлом году затопило. Вот кто с этой стороны были, полянка и... Мне, так сказать, пришлось ощутить потоп. И вот сюда дальше новые столовые, но вообще на постаменте они, можно сказать, вообще безболезненно все это пережили. Ждем, конечно, когда все это запустится в полной мере и начнет работать. Мы подходим как раз к тому месту набережной, за которым сейчас и рассказывали о том, что... К большому сожалению, пока никаких движений здесь не реализуется. И пока еще не принято решение, что будет сделать. А я вам повторюсь, что до сезона летнего осталось сколько? Меньше 70 дней. Ребят, что можно успеть за это время? Мы будем поглядеть. Пока это прям, ну, очень грустно. Я смотрю, что здесь уже даже местные жители, я так понимаю, начали мусор высыпать. Ну, вот как, в принципе, не мусор, а именно грунт. Там вот где-то что-то чистят, чтобы увеличить именно здесь грунта. И чтобы как можно меньше песка улетало сюда на Джимате. Когда снимаешь видеосюжеты, хочется прийти к морю и сказать: ребят, ну, у нас так красиво. Показать вам, вот, честно, не все это, а что-то, наоборот, такое классное, прекрасное. Но пока вот так вот. Вот и это, к сожалению, наша и многими любимая Джимате. Пока вот никаких изменений ни в какую сторону. Хотя, честно, вот эти лаки снесли, да, было такое. Сказали, что вот мы снесли и все. А дальше, будь что будет, пока никто не знает. И действительно, пока, по крайней мере, я не вижу, чтобы кто-то знал, что здесь будет происходить. Его, конечно, хочется, чтобы все было по-другому. Пока надо ходить, чтобы еще и ноги не пробить. Каждый пытается дальше вылезти за дюны и приблизить
к морю. Ну, на самом деле, это не за то, что так вот люди хотят там ближе в метро, а просто каждый администрация, который приходил, искал возможности заработка и продажи земельных участков. Если бы хоть один бы ответил за то, что он тут где-то продал, тогда было бы, конечно, все гораздо веселее. Вот как мог оказаться в частной собственности вот этот участок, который находится на проходе к морю? Большой вопрос, да? Слушайте, ну вроде бы не пожар, по крайней мере, мне нравится, потому что эта дымка заходит везде. Полностью все покрывается именно дымкой. Мы можем увидеть вот такую ситуацию вокруг. Выглядит, честно, на самом деле, в солнечных лучах это даже очень красиво. Какие-то капли еще срываются. Сейчас, если еще дождь пойдет, это будет, конечно, начато. Морюшка, привет. Как ты здесь шумишь? Скучал ли ты по нам, наш любимый малыш? Вот она, красота действительная. Температура воздуха на берегу 14,7 градусов. Это на самом деле очень классно. Приятно приходить прогуливаться по берегу, слушать шум прибоя, понимать, что это наше любимое море. Оно с тобой, со мной. Эх, дорогие мои, передаю привет во все ваши города. Обязательно есть возможность, приезжайте на море. Давайте, если вы собираетесь в этом году, пишите, в каком месте вас увидеть сможем. Анапа, Сочи, Геленджик, Крым. То есть, если едете на отдых, делитесь путешествием своим. Сейчас узнаю температуру моря, а мы пока полетаем с вами. Хочется всегда показать, как выглядит замер со стороны. Потому что это очень интересное занятие. Бегать от волны. Причем это вот сейчас маленькие такие. Некоторые прям выскакивают. И приходится убегать прямо аж туда, на высоту. В общем, температура водички пока вот у меня 9,5. Вроде бы остановилась. То есть с утра ветром отогнало. А сейчас очень хорошо воду возле берега прогрело. 9,5 это просто великолепно. Ну что, как вам полет, мои дорогие? Все ли понравилось сверху увидеть наши дюны великолепные? Ну и Джимате немножко посмотреть. Не забывайте, подписывайтесь в Телеграм. Мориоз, Юра Заровский. Можно найти меня в Рутубе, на Яндекс.Дзене, ВКонтакте. Группа еще у нас ВКонтакте, канал SEO. Все ссылки в описании и в первом прикрепленном комментарии. Спасибо огромное, что смотрите. Гуляйте вместе с нами. Желаем счастья, любви и долгих лет. Чтобы все было хорошо у вас в жизни и без бед. О, гонщики по пляжам у нас тоже гоняют. Где ж я тут ляжу, если гонщик меня переедет? Все, пока-пока.